и народная артистка России Тамара Гверцители. Я поздравляю вас, Вилли. Я счастлива, что могу... Мы можем говорить на великом языке, языке музыки. И сегодня я хочу, чтобы мы исполнили как бы сегодня премьера этого произведения, написанного мною, сюита, которая называется «Свадьба в Тбилиси». Это такое счастье петь с таким оркестром. И что у нас в стране есть такой дирижер, имя которого Сергей Жилин. Спасибо большое. Спасибо.